Чего? Патроны! У меня закончились. Что? Паста! Простите, я вам не мешаю? Можно посмотреть, что вы там пишете? Нет, нет, не надо, пожалуйста. Надо. Просто на звук музыки шел. Извини, но я предпочитаю, чтобы меня никто не слышал и не смотрел. Это так странно. Все. У меня сердце бьется. И у меня. Да, точно. Ну, значит, прочтешь. Потом прочтешь. В чем проблема, Раф? Ты не хочешь, чтобы я читала? Утро, новости свержения Бруян. На Париж этой ночью выпало небывалое количество снега. Оливия! Это что за дерьмо? Где твоя Ауди? Что? А, смешно, она в гараже. Садись. Хочешь, чтобы я сел? Ну да, а что? И шлем надень, пожалуйста. Никто не встречает, кофе не предлагает. Что за дерьмо? А ты сегодня в форме, отжигаешь. Красную дорожку для месье Рамиса. Давайте вопрос про Золтана. Или про кого хочешь, про тень, например. Про кого? Про тени. Про героиню, которую я придумал. И нам нужна адаптация, глубоко замешанная на эмоциях. Вы это сможете. Это история про солдата из Молдовы. Честно говоря, я ни хрена не понимаю. Что такое? Нет, Мэтт Дэймон, это, конечно, здорово, но... Это да, но... А как же Золтан? О чем? О, нет. Ясно. И концерт. Это еще что? С самого утра до позднего вечера я знаю, что она делает. Например, вчера она в 8 вечера давала интервью. Вас как зовут? Рафаэль. Через «э» пишется. Алло, Раф. Все норм? Да. Ну что, прогулял уроки сегодня? Да, извини, я плохо себя чувствовал. Кажется, я вчера сильно перепил. Они невыносимые, они тупые и ничего не знают. Не могу больше их видеть, это ад какой-то. А этот Микель со своими усами, мне хочется его стукнуть. Он такой ви-ви-ви, ничего не понятно. Рядки. Нет, я... Не очень. Кажется, я что-то съел не то, я приму душ.